Всем привет! Вы на канале Drops Easy. И сегодня поговорим о такой компании, как Credo. Credo – это платформа, которая обеспечивает децентрализованный сбор средств в экосистеме Кронос для проектов на ранней стадии разработки на выгодных условиях для инвесторов и создателей платформы. Компания выбрала улучшенный способ распределения монет между участниками пула в игровой форме с понятным интерфейсом. Наиболее распространенные проблемы других IDO-площадок являются отсутствие оповещения о старте, отсутствие оповещения о принятии в белый список и начало этапа выкупа токенов, из-за чего многие пользователи часто забывали и пропускали возможность принять участие и приобрести токены по низкой цене. Чтобы избежать этого, Credo разработали чат-бота, который будет заранее предупреждать о всех событиях, которые будут происходить на платформе. Это действительно большой плюс, так как приобретение токенов по низким ценам может нам принести довольно большую прибыль. Следующий немаловажный фактор, который встречается на других площадках, это слабые сервера и DOS-атаки. Как многие, возможно, уже заметили, часто во время старта продаж сайт начинает тормозить, бесконечные загрузки, ошибки, из-за которых впоследствии нам не удается совершить покупку. Эта проблема решается с помощью CDN и защиты от DOS-атак, с помощью Cloudflare и хостинг серверов и Kubernetes на динамически создаваемых виртуальных серверах в DigitalOcean. Глядя на развитие Crypto.com, Credo начали понимать более большие масштабы его распространения по всему миру. Компания выделялась не только масштабным маркетингом, но и действительно полезными функциями. Платежная система, которая позволяет быстро установить возможность приема криптовалют на вашем сайте. Биржа, которая уже находится на 11 месте по данным CoinMarketCap. Мобильное приложение, то есть кошелек криптовалютный. Кредитные суды и последнее обновление данной компании – это платежные карты Visa, которые скоро вступят в продажу. Основным недостатком Crypto.com сеть заключалась в неспособности разрабатывать децентрализованные приложения. Чтобы сделать это, Crypto.com разработала дополнительную сеть Kronos. В нем реализована поддержка EVM – Ethereum Virtual Machine, которая позволяет испытывать смарт-контракты, а также мост с основной сетью, позволяющий удобно обмениваться токенами между сетями. На данный момент разработка проекта в сети только начинается, поэтому разработчикам и пользователям действительно не хватает хорошей и достойной платформы IDO, с помощью которых сеть будет развиваться еще быстрее, и компания Credo сможет все это реализовать и стать первой платформой для проведения IDO в сети Kronos. На этом мой обзор закончен. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо, всем пока.